Ивановские военные подарили свой праздник детям. 13 ноября – день войск радиационной, химической и биологической защиты. Подразделение образовано 101 год назад. Этот торжественный день военнослужащие химвойск 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии решили провести по-особенному. Организовали праздник не для себя, а для малышей Ивановского дома ребенка. Среди личного состава провели сбор средств. Купили подгузники, игрушки, одежду и другие полезные мелочи и привезли в учреждение. В благотворительной акции также приняли участие офицеры России. В современной жизни человек многих вещей не замечает, отмечает праздники в шумных заведениях, в ресторанах или, как говорится, в каких-то актовых залах. Вот, мы решили сделать это по-своему. То есть мы все-таки военнослужащие и должны поддерживать детей, поддерживать, соответственно, гражданство людей.